добрый день! Сегодня я хочу вас ознакомить с растением, чудесным растением, гранат комнатный, сорт гном. Привезен с Гималаев, прижился у нас и чувствует хозяином на южных, юго-восточных и западных окнах. Его можно разместить в любом месте, там, где идет источник света активный и также хорошая влажность воздуха. Это растение периода отдыха. В осеннее-зимнее время мы его ставим в более прохладное место, и оно листопадит. Вот в данном случае, в январь месяц, мы его переставляем на светлое место. Оно начинает уже приобретать свой естественный вид. Листики растут, но земли мало. В весеннее время или же вот начало января, февраль месяц, можно подрыхлить хорошо почву и добавить свежей земли, чтобы растение начало выбрасывать хорошие веточки, сильные. Землю мы берем либо универсальную, либо для лиственно-декоративных растений, так как он не привередлив именно к составу земли. Но должна быть хорошая органика. Еще хочу сказать, что слишком широкие большие вазоны не нужны ему, так как растение начинает цвести в более тесных вазонах и чувствует себя лучше в ущемленных местах. Для того, чтобы в это время мы не перелили, так как мы после длительного отдыха начали интенсивно поливать и подкармливать, я посоветовала бы замульчировать это растение либо вермикулитом, либо перлитом, либо любой мульчой, которая дает возможность подсушить верхний слой земли и не дать гнить растению. Сегодня я рассказала вам о чудесном гранате. Я надеюсь, вам было полезно услышать об этом растении. И многие из вас заведут на подоконниках чудесное, яркое, прекрасное растение, которое не только радует своим ярким, пестрым цветением, но и порадует фруктами.